Начало всему было положено, возможно, 8 месяцев назад, возможно, полгода. Нам предстоит еще выяснить, мы это выясним. Место события – Киев, служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые. Некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины. В 2014 вроде году айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях готовился для совершения террористических актов на территории Беларуси и Украины. Энгельс, помните, самолеты, которые были подвержены атаке дронов. И наш известный аэродром военный Мачулищ. Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые с космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему, было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины. Готовили представители СБУ, но то, что мы увидели, реализовывая операцию в Беларуси, это действительно что-то было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован, так у вас говорят в КГБ, на нашу территорию.